Всем привет! Вот хочу рассказать историю дома, вернее, историю человека, который жил в этом доме. Вот так вот ужасно. И вот так вот он разрушил этот дом, вот, который принадлежал не ему, принадлежал одной старушке. Вот старушка жила в пансионате, сдавала в аренду с дома к ему. Вот она умерла, таксы, понятно, никто перестали платить. Вот, и дом этот забрали. Вот, дом этот забрали, выставили на торги. Вот, о человеке, что я хочу сказать. То есть это был белый мужчина. Я изначально, когда сюда зашел, то есть очень много атрибутики было, спортивной, вернее, хоккейной. Вот, а на хоккей, как правило, ходят в основном белые. То есть афроамериканцев очень мало. По крайней мере, вот в нашем Коламбусе. Вот. Жил он тут один, хотя у него было двое детей. Вот, не знаю почему, но в принципе из-за того, что он так вел такой образ жизни. Неряшливый, вот, поэтому дети с ним не жили. В Америке, то есть, в принципе, у тебя могут, я думаю, забрать детей либо за какие-то нарушения. Вот, а если вы развелись, то суд присуждает пополам нахождение детей, вот. Неделю у мамы, неделю у папы. Вот. И при том, что если, допустим, мама зарабатывает больше, чем папа, то есть мама будет еще платить деньги папе, чтобы было такое вот равноправие. Вот. Но, повторюсь, что жил он тут без детей, то есть не было никакой детской одежды, вообще ничего, вот, кроме фотографии. Но зато было очень много животных, я так думаю, что, наверное, котов. Корм кошачий, вот, но судя по следам в доме, я не знаю, что-то вот за кошки такие, которые вот оставляют вот такие вот царапины, сейчас покажу еще, буду проходить, вот, вполне возможно, что какие-то были еще другие животные, и, наверное, в принципе, не одно, потому что расплодили они тут блок столько, что до сих пор, спустя уже месяц, я хожу, чужусь, прыгают, все, никак их не могу уничтожить. Вот, человек был неряхан, вообще, то есть, ничего, вот ничего, кроме по-армейски сложенной у него рабочей одежды, то есть, ничего тут ровно не было. Вот, но работал человек автослесарем, вернее, автомехаником. Был у него, то есть я думаю, что занимался он сигнализациями и установкой магнитол, потому что было и одного, и другого по дому очень много. Но ходило там много очень карточек, на которых написано с поздравлением лучшему механику. Вот, от того-то, от того-то. Так, ну, что я хочу еще сказать, что человек ездил на неплохой машине, то есть, в принципе, он неплохо зарабатывал, ездил он на джип Campus, вот, 16-го года, то есть, такая машина где-то стоит, я думаю, около 12 тысяч на данный момент, вот, я еду на машине немного дешевле, так, ну и что хочу сказать, вот это вот все, что тут лежит, это вот и есть капитал этого человека, вернее, это 1/5 часть, которая вот осталась, которую я не выкинул, вот, и хочу показать. Это билеты, билеты на хоккей. Хоккей, вообще, заниматься, увлекаться хоккеем в Америке очень дорого, вот, на НХЛ. Ну, человек все же покупал. Вот, хочу показать, к примеру, билетик. Вот, на игру Columbus Blue Jacket и Ottawa Сенаторс, вот, $95 стоит один билет, вот. Если не пропускать все матчи, то выходят очень большие суммы, вот. А он покупал еще вот такие вот целыми программами, то есть на весь сезон. Покупал вот, притом покупал на двоих, хотя жил и один здесь. Так. Ну, я не знаю, конечно, ну, по крайней мере, женского пола здесь не было точно, потому что мужские только вещи. Вот.
Делал он такую таблицу, заполнял, я так понимаю, что вот каждый игрок, сколько результативность. То есть был помешан конкретно на хоккее. В доме не было ни одной алкогольной какой-то продукции. Ни бы целый, ни бы пустой, ни баночек, ни бутылок, вообще ничего. Вот. То есть человек был достаточно, вел трезвый образ жизни. Также я не нашел следов там каких-то вот наркотиков, там марихуаны, там все остальное. Ну, а также, что хочу еще сказать, что вот, допустим, вот эта комната. Тоже зашел, как-то вот необычно, черные цвета с красными наперемешку. Вот. И нашел вот такой вот, то есть, вернее, увидел стикер Cleveland Indians. Это команда по бейсболу. От нас находится, наверное, в 2,5 часах от Коламбуса. Вот. Ну и человек, походу, является и тоже фанатом. Есть у него еще бита. Вернее, бита. Тоже с красной раскраской. Она все затертая, поношенная. То есть человек достаточно активно тоже играл в бейсбол. Также по дому много было и футбольных американских, и европейского футбола, баскетбольные мячи. То есть человек вел такой достаточно активный и здоровый образ жизни. Ну, как говорится, в песне, вернее, как поется, лучше бы пил и курил. Может быть, сидел бы тогда дома вечерами иногда. Ну, конечно, в меру. Вот. Не ходил бы на эти хоккейные матчи, копил бы деньги. Я думаю, сейчас бы жил бы в своем доме. Ну и в послесловии я хочу вам кое-что показать. Вот в комнате, в маленькой комнате стоял железный сейф, если кто это помнит. Вот на этом месте. Конечно, это был не тот сейф, о котором я мечтал. С деньгами, с оружием и с бриллиантами. Вот, я его выкинул. Оттуда, получается, выпали вот такие вот документы. Я сразу на них внимания не обращал. Сейчас я вам тоже сблизи их не покажу, для того, чтобы не идентифицировать человека. Вот, но хочу сказать, что это вот копии наследства, которое передали ему родители. Вот, это дом находится в Коламбусе. То есть там есть адрес этого дома. Я посмотрел его по Зилу. В принципе, все сходится. Вот. Дом по фото большой, красивый. С бейсментом находится в достаточно неплохой эрии. То есть можно было, в принципе, в этом доме жить, проживать, и, как говорится, и горя не знать. Вот. То человек по каким-то причинам дом этот продал буквально за месяц. Вот, не знаю, конечно, по каким причинам, по какой нужде. Вот, потому что, как бы, в принципе, живя в каком-нибудь гадюшнике, вот, и отказываться от такого дома, который уже полностью выплачен, тебе надо будет только платить годовые таксы, вот, никаких кредитов, потихоньку, в принципе, работать, ну и наслаждаться жизнью. Но есть еще тоже, конечно, особенность этого дома в том, что он после этого еще раз 10 перепродавался. Но это, как говорится, уже совсем другая история.